Встречайте, Лена Романова. Ее монолог вы сейчас услышите. Я сдаю у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано. Что? Да нет, конечно же, не досмотрела. В этот момент позвонила. Подожди, чайник выключу. А то орет, как ребенок в крыше. Ну и холодрыга. Спать ложусь в сапогах, как три мушкетера. А к чему это? Саша-то мне приснился на дирижабле. Подожди, сейчас посмотрю. У меня есть сонник 1902 года издания. Сейчас посмотрим, да? Целоваться с милым? Это в ссоре. Де-де-де, нас интересуют дирижабли. О, драться с любимым? Это к свадьбе. Де-де-де. А вот про дирижабы, ну ничего не написано. А вчера видела своего Сашка наяву. Представляешь, влетаю я в ресторан. Ну, в своем этом феминистском наряде. Джинсы, козлячья куртка с короткими рукавами. Ой, ну козел, по-моему, был, ну уж слишком коротко-руким. И совершаю мягкую посадочку на стул. Поднимаю глаза и вижу за соседним столиком своего экс-любимого Сашу. Он так мило и оживленно беседовал с какой-то божьей тварью в блудливых лисах. Но в этот момент заиграла музыка. И он пошел танцевать. Аккурат мимо меня. Ну что ты, дорогая, упорно отворачивая голову в другую сторону. Это в блудливых лисах. Конечно же, пошла за ним. Ой, я тебе должна сказать. Уж чересчур она была юна. И у нее была такая неправдоподобно округлая задница, что мне в один момент показалось, что она у нее была накладная. Короче, сижу я на своем одиноком стуле, на своей совершенно натуральной заднице, совершенно одна. В этот момент ко мне подсуетился какой-то усатый грузинец. Слышь меня? Ага. И мы с ним тут же пустились в пляс. Ну, конечно же, совсем недалеко, около моего Саши. И вдруг я чувствовал такую боль. Опускаю глаза и вижу такую ногу. Спрашиваю грузинца, это что, нога или нарочно? А может быть, вы прячете в своем ботинке дьявольская капуца? А?
юношу, который вчера даже не надоумился узнать меня в ресторане, ломится сейчас в 1:00 ночи в мою дверь. Как ты думаешь, что бы она сказала на это? А то я там уже. Эван, как же так получается? Май? Куляка Саша в один миг стал скучным жмом. Представляешь, приехал из Италии, привез бутылку вермута. Ну, какого-то ему там, какого-то уж очень дорогого подарили. И ему стало жалко, что его гости вылакают всю бутылку. И ничего лучше он не нашел, как спрятать эту бутылку в моей квартире. Но я-то Шерлок Холмс. Я нашла. И вот теперь сижу и попиваю Сашин вермут вечерами. Ой, ну что ты, что ты? У меня здесь еще есть одна бутылка. Я потихонечку туда добавляю, чтобы он ничего не заметил. Вот сижу вечерами, пью Сашин вермут. Ой, не мерзость, а? И погружаюсь в вермутский треугольник. Голодный любовью. Елена Романова и первые крики «Браво!» Это приятно! И ваши аплодисменты!